Итак, 28 лет Моралесу, 26 Пакьяо. Вес чуть больше 58 килограмм. Нет, пожалуй, 59, наверное. Вот так вот. Высокий Моралес, 1,73 м. Ну и не намного ниже Мэнни Пакьяо. Правила, объединенные правила. Вы знаете их не хуже меня. Мы ждем выхода. Выхода бойцов, которые могут сегодня сотворить очередное чудо в ринге. Майк Тайсон – непременный зритель теперь на многих боксерских состязаниях. Пакман. Страна Пакман, так Филиппины теперь называют болельщики. Это Мэнни Пакьяо. Я вас уверяю, что в этом зале сейчас полно знаменитостей, потому что все прекрасно понимают, какого калибра схватка предстоит. Как же такое пропустить? Ну, наберемся терпения. Немного осталось ждать. Да, зал битком забит. Филиппинский флаг. У Мэнни полным-полно здесь болельщиков. Да и вообще, наверное, зал пополам разделился. И, конечно же, полно мексиканских флагов. Of the fighters in the main event. First up here to sing the national anthem of the Philippines. Please welcome национальный гимн Филиппин. Да, гимны будут исполнены. Гимны участников этого боя. Бая Макини.
Perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting sa sa simuyat sa langit man mukha may dilagang tula ang awit sa paglayang minamahal ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagliningning ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim lupa ng Ну вот, если бы не Мэнни Пакьяо, кто бы услышал филиппинский гимн там, в Лас-Вегасе. Марио Эрнандес исполнит гимн Мексики. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra. Al sonoro rugir del cañón y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Siño patria tú tienes de oliva de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos el grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! Y так, viva México. Нам остается только дождаться выхода Моралеса. And ladies and gentlemen, earlier tonight you saw this man's son fight. He's still an undefeated fighter, but he is here at ringside tonight, and on May 28th it'll be adios as he fights his final bout on pay-per-view May 28th. Ladies and gentlemen, he is recognized with his over 100 victories as the greatest champion out of Mexico in history. De Culiacán, Mexico, the three-time world champion. Да, чествует Хулио Сезара Чавеса, трехкратного чемпиона мира, великого мексиканского боксера. Итак, приветствую вас, друзья, в MGM Grand. Лас-Вегас, штат Невада. Сколько раз я уже говорил эту фразу. Мэнни Пакьяо на ваших экранах. Сенсация. Национальный герой Филиппин. Боец, который
совершил чудо на ринге. Боец, про которого пресса пишет, уже дала ему кличку, ну, учитывая пристрастие американцев к хлестким заголовкам, убийца мексиканцев. Имеется в виду, что Мэнни Пакьяо, или Пакман, как его зовут на Филиппинах, лучше всего делает это в ринге, расправляется с мексиканскими боксерами. Это не просто, потому что мексиканцев на ринге в этих весовых категориях от самых маленьких до средней полным-полно. Они сейчас, может быть, лучший боксер. Мэнни побил многих мексиканцев за свою карьеру. Больше всего в спаррингах, как он признавался. Но его величайшая победа над Марко Антонио Баррерой, вечным врагом, личным врагом Эрика Моралеса, которого мы видим сейчас на ваших экранах. Бойца, которого считали лучшим, вне зависимости от веса. Это, конечно, было потрясение для всего боксерского мира. И вот Эрик Моралес. И тут интрига. Последний бой Моралес проиграл как раз Марко Антонио Барреро. Вот эти боксеры, эти два мексиканца, Барреро и Моралес, они, в общем, сделали эпоху в мировом боксе. Эрик Моралес, ну мы все его хорошо знаем. Эрик Моралес по кличке Эль Террибле, ужасный. Не знаю, зачем он взял такую кличку, ничего ужасного в нем нет. Это боец без нервов. Это боец, который все в ринге повидал. Фантастической выдержки, расчетливости, уверенности. И Мэнни Пакьяо с пушечным ударом слева. Агрессор от начала до конца. Боксер, который стремится к решительной победе с первых секунд. The main event of the evening. Я вот сейчас думаю, что у Эрика Моралеса никогда еще не было такого опасного противника, как Мэнни Пакьяо. Проблема в том, что Эрик Моралес поздно стартует. Он долго раскачивается. А как раз Пакьяо стремится к решительной победе в первом раунде. Сразу. Вот чем все это кончится, никто не знает. Ну, надо признать, что знатоки, специалисты, все отдают предпочтение практически Мэнни Пакьяо в этом бою. Абсолютно убежден в этом и тренер Мэнни, Фредди Роуч. Фредди говорит, что у него еще никогда не было лучшего боксера, чем Мэнни. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing white, official weight 130 pounds, professional record 47 victories, including 34 KOs. 47 побед у Эрика Моралеса, 34 победы нокаутом. Да, трехкратный чемпион мира. В общем, как бы ни кончился этот бой, Эрик Моралес уже застолбил, что называется, место в истории. Думаю, что это касается и Мэнни Пакьяо. 38 побед, 30 побед нокаутом, 2 поражения. Мэнни Пакьяо.
the three-time champion of the world, Manny Pacman! И Manny три раза был чемпионом мира. Все помнят, и Эрик Моралес тоже помнит, что было с Маркесом. Трижды валялся на полу этот замечательный мексиканский боксер. Встал и все-таки свел бой с Пакьяо в ничью. Джо Кортес, рефери в ринге, но этого и следовало ожидать. Все прекрасно понимают, что будет. Моралес не должен пропустить в начале боя. Пакьяо, в общем-то, он может и в 12-м раунде ударить. Он нокаутер. Но Эрик Моралес, ведь, вы знаете, иногда пропускал. Пакьяо, посмотрите, сейчас примется за дело, сразу. И здесь зевать никак нельзя Моралесу. Самое забавное, что сильно не любящие друг друга Марк Антонио Баррера и Эрик Моралес едины в своем мнении. Моралес выиграет этот бой. Менеджер Мэнни Пакьяо на пресс-конференции заявил, что нет сомнений, Пакман нокаутирует Моралеса. Сам Мэнни был очень осторожен в своих предсказаниях. А менеджер Моралеса сказал, кто-нибудь видел Эрика Моралеса нокаутированным? И действительно, так не было. Никогда. Никогда за всю карьеру Эль Терибле не был всерьез и надолго на полу. Моралес не осторожничает, он просто просчитывает. У него прекрасное, совершенно прекрасное чувство времени. Он должен понять ритм Мэнни Пакьяо, ритм его действия. Обмен такими спуртами. Но это характерно в начале боя для Мэнни Пакьяо. И никак не характерно для Моралеса. Моралес просто решил показать, кто тут генерал в ринге. Очень хорошие ноги у Мэнни Пакьяо. Филиппинец великолепно двигается. Он обладает высочайшей скоростью в ударах. Бьет с обеих рук очень быстро. Быстрее Моралеса. Его удары очень жесткие. Просто динамит. Здесь очень важно Моралесу не раскрыться. Удержать Пакьяо на дальней дистанции еще никому не удавалось. Надо сказать, что этот бой значит очень много для каждого из них. Потому что тут уже речь не идет ни о титулах, ни о деньгах, ни о чем.
Здесь речь идет о том, кто лучший в мире. По-настоящему лучший в мире, потому что лучше, чем эти два боксера, в мире нет в этой весовой категории. Самое интересное, что высокий Эрик Моралес прекрасно себя чувствует на ближней дистанции. Он, конечно, не будет пока рисковать, действуя в этой дистанции, потому что знает, чего стоит, чего весит удар Мэнни Пакьяо. Мэнни действует абсолютно свободно, легко, непринужденно. Моралес слишком опытен, слишком хитер, чтобы спровоцировать себя на необдуманные действия. У него колоссальное терпение и уверенность в своих силах запредельна. Помните его первый бой с Марко Антонио Баррера? Это же вообще поразительно было. Какое боище тогда не устроили. Вот и этот бой уже назначен кандидатом на бой года. И я уверяю вас, что так оно и будет. Можно, конечно, предсказать. Но редко, когда бой получится. Это как раз тот самый случай. Если Моралесу удастся погнать противника назад, у Мэнни возникнут большие сложности. Моралес как раз из тех бойцов, которые могут догнать. Длинные атаки могут достать. Видите, насколько точно рассчитывает время Моралес. Сейчас промазал справа, но очень вовремя это сделал. Знаете, вот в этом бою риск для каждого из бойцов, это как в бою тяжеловесов. Цена одного удара очень велика. Конец раунда. Мэнни собой доволен. Но я бы сказал, что ровненький пока что бой. Фредди Роуч, очень хороший тренер в углу у Мэнни Пакьяо. Он работал и с Тайсоном, он работал с братьями Кличко немного. Пару раз обманул вот в этом эпизоде Моралес. Попал один раз после показа. Кстати, показал той же самой рукой в цель. И потом ударил. Пакьяо, в общем-то, казалось бы, очень просто атакует. Атака длинными ударами с дистанции, с большим шагом вперед, сближением, как сейчас он пытался это сделать.
И тут главное не прозевать его удар левой, потому что уже, казалось бы, напрашивается этот удар. Но он бьет настолько быстро, его выбрасывает, что никто не успевает защититься. Снова рассчитал Моралес. Снова попадает справа. Не жестко, но точно. Конечно, то, что Мэнни Пакьяо левша, это проблема для каждого боксера. Но левша силового плана, это, конечно, проблема вдвойне. В опережении попытался Моралес сейчас нанести контратаку. В общем, получилось. Третий раунд идет. Атака Пакьяо. Очень опасная атака. Да чего же быстро у него руки, просто поразительно. Эрик пытается выйти на дистанцию жесткого правого. Пакьяо кланяется вперед и сокращает эту дистанцию. Ну, как вам кажется? Прекрасный раунд. Очень здорово. Пока что превосходство Мэнни Пакьяо незаметно. То, что предсказывали все аналитики. Видели? От положения сработал Моралес. Видит прекрасно. Абсолютно невозмутим. Ну, в жилах его, говорят, течет индейская кровь. Да, и профиль у него как профиль с фресок. Ацтекски. Невозмутим, хладнокровен, расчетлив. Поможет ли это в бою против такого взрывного бойца, как Мэнни? Все еще большой вопрос. Превосходная реакция у Пакьяо. И самое интересное, что он идет на сближение, как будто совершенно не заботится о том, что его могут встретить. Что он пропустит встречный удар. Он реагирует в последние доли секунды. От положения. Хорошая атака Моралеса. Ну, просто блеск. Уж извините за жаргонное выражение. Великолепно. Моралес атакует в туловище справа. Атакует в голову справа. То есть делает все, что называется, по книге. Так и должен действовать боксер против левши. Но самое-то главное, что
акцентированный удар, он наносит длинный левый вдогонку и попадает. Пока что Мэнни на отходах умудряется уворачиваться от длинных атак Моралеса. Это пока. Похоже, что в голове у Моралеса все-таки счетно-решающий прибор. Он все время просчитывает варианты. Атака Моралеса. Мэнни застоялся. Это наказуемо. Мэнни боксер, казалось бы, предсказуемый. То, что он делает, в общем, это достаточно несложно. Но он делает настолько это координированно и быстро, настолько мощно, что это всегда опасно. Моралес совсем другое дело. Этот может просчитать ходы наперед, задумать комбинацию, довести, подвести противника в нужное положение, сработать успешно. Видели? От положения действует Моралес. А вот Мэнни я бы не советовал пропускать такие удары. Сколько народу попадало от Моралеса из-за беспечности, из-за невнимания. Пока что Эрик Моралес добился только одного. Расчет был, очевидно, на то, чтобы сбить Мэнни Пакьяо, который вот так вот идет в атаку, сбить его со стартовой позиции. То есть заставить его отшагивать, пятиться, угрожать встречным ударом. Но практически все успехи, которых добился до сих пор Моралес, они были как раз в атаке. Просто, просто действует Пакьяо. Конечно, здесь очень важно не прозевать эту атаку, но, в общем, ничего удивительного для Моралеса тут нет. Оу. Никогда еще Мэнни в последних боях не получал такую трепку, как в этом эпизоде. Мэнни взвинчивает темп, он прекрасно понимает, что, учитывая, что противник просчитывает все его ходы, здесь нужен высокий темп. Рассечение. Не снимут, конечно же, не снимут. Пока нет. Или снимут. Представляете, в каком сейчас состоянии Мэнни Пакьяо, весь его штаб, все те люди, которые, в общем, затеяли это мероприятие.
Ну, в таких боях рефери принимает участие. Но по требованию врача. Врач уговаривает Мэнни согласиться на прекращение схватки. Рефери позволяет продолжать бой. Знаете, другого бойца вот такая ситуация бы возбудила. Я имею в виду с рассечением противника. Но не Эрика Моралеса. Он глупости делать не будет. Он прекрасно понимает, что может произойти, если вот так вот зевнешь в бою с Мэнни. И он будет методично вот так его разматывать, что называется. Траектория, куда делась, траектория ударов Мэнни Пакьяо поразительна. Он стал размашист, но все равно очень быстро. Да, тяжеленький раунд выдался для Мэнни, прямо скажем. Мэнни за всю свою карьеру проиграл 2 боя всего. Но оба поражения были нокаут. Без всякого сомнения, Эрик Моралес это знает. Пока что ему удается вот этот стратегический план втянуть Пакьяо в поздний раунд. Кто виноват? Обоюдная вина, наверное, но все-таки Мэнни, наверное, в большей степени. Ничего, с Моралесом это случалось тоже неоднократно, когда он был по пояс в крови после рассечения. Но ничто не могло вывести его из равновесия. Эрик Моралес провел очень много тяжелых боев с сильными противниками. Казалось бы, много раз был на грани поражения, но практически всегда выходил победитель. Мэнни горячится, хочет наверстать упущенное. Да, задачил его Моралес, прямо скажем. Хотя еще до боя Мэнни заявил, что он не может предсказать победу нокаутом в бою против Моралеса. Остерегался. Моралес, видите, ждет своего часа. Казалось, все, попятился, отдал инициативу. Противник, что называется, ощетинился, готов идти вообще ва-банк. И Моралес уступает. Не тут-то было. В самый неподходящий момент противники вспоминают, что Моралес – это боец с железными нервами и с такими же кулаками. Если Мэнни бьет с акцентом на взрыве все удары, Моралес пока ни разу так не сделал.
Он прекрасно понимает, что он уступает филиппинцу в скорости. Он никогда не был таким быстрым, взрывным, как другие боксеры. Рой Джонс, например, или Зак Джуда. Нет. Его сила совсем в другом. Ну там просто какая-то паника легкая в углу у Пакьяо. Льют с двух сторон на него воду. Один требует посмотреть наверх, как посмотришь, когда кровь заливает глаз. Другой мажет все это вазелином. Это вот как раз тот самый эпизод, когда Моралес наказал Пакьяо. Седьмой раунд сейчас пойдет. Ну, просто блокбастер какой-то, захватывающий этот бой. Великолепный. Вот как раз тот самый случай, когда говорят, что стиль делает бой. Повторные удары левой. Вот самое опасное оружие Мэнни Пакьяо. Причем самое интересное, что если все боксеры, которые атакуют подряд какой-то одной рукой, то всегда первый удар легкий, второй сильный. Мэнни всаживает два удара с одинаковой силой. И снова Моралес как бы отдает инициативу. Он тянет противника за собой. И ни одного успеха противника без ответа не оставляет. Как быстро, просто с пулеметной очередью действует в средней дистанции Пакьяо. Моралес действует гораздо медленнее, но его удары почему-то всегда приземляются на цель. Туда, куда он задумал нанести. А вот этого Мэнни никак нельзя делать. Нельзя у Моралеса пропускать. Потому что если он пристреляется, пиши пропало. Удары справа у него очень опасны. И он сначала их выбрасывает так легко. Накидывает, что называется, на цель. В случае, если он почувствовал нужную дистанцию, ударить жестко. Для него это очень просто. Моралес пошел на обострение. Он это часто делает, когда ему это выгодно. Не знаю, друзья, как вам, мне кажется, Моралес бой выигрывает.
Ну, у него очень хороший советчик там. Очень хороший тренер Фредди Роуч. Спокойный, расчетливый, знающий, самое главное. Но не тренеры выигрывают бои. Восьмой раунд. Мэнни уже нечего терять. Нужно прибавлять, нужно выигрывать. Жесткий удар слева пропускает Пакьяо. Казалось бы, все как-то против правил делает Моралес. Бьет вперед с большим наклоном. Достаточно медленно все это делает. Почему-то попадает. Мэнни бьет два раза быстрее и мажет. Но еще не все кончено, потому что Пакьяо, как настоящего нокаутера, всегда есть шанс. Да, никогда еще великий Пакман не был в таком положении. В эпизодах он иногда выглядит просто беспомощно. Задумался Пакьяо. Расчет только на скорость, на внезапность. Внезапность по этой части Моралес мастер. Заметили? Казалось бы, уже нет такой ситуации, когда можно достать противника. Откуда ни возьмись, все это вылетает. Просто поразительно. Быстро, быстро действует. Филиппинец. Просто очень быстро. Но не может достать никак. Моралес. Мне кажется, раунд за ним. Фредди Роуч просит Пакьяо успокоиться, успокоиться. Заметили? Моралес пошел в атаку, показывая всем видом, что будет бить в туловище слева. И хлестнул левым крюком в голову и попал. Он много таких трюков знает. Моралес. Ну, просто провокатор. Посмотри, что сделал. Вот эта раскачка вперед-назад-вниз. Ну, просто вызов. Вызов
провокация на удар. Мэнни уклонился и тут же в ответ. И снова Пакьяо начинает суетиться. Он быстрый боксер, он хочет использовать свою быстроту. Но вы знаете, в таких боях, помимо быстроты рук, а может быть даже в большей степени играет быстрота мышления. Тот, кто думает наперед быстрее, тот и выигрывает. Озадачил немножко Моралес противника, что делать. Понятное дело, нужна атака, быстрая атака. Но что умеет делать Мэнни? Мы ведь с вами знаем. Левый, правый, левый. И комбинация в зеркальном отражении. Практически все. От положения может ударить справа. Крюком. Очень опасно бьет, кстати. Уплотняет бой Пакьяо. И правильно делает. Это единственный способ сейчас перевести, что называется, на свою сторону удачу, успех. Здесь нужен высокий темп. Но это если еще Моралес позволит. Он большой спец по части сбивания темпа. Вот тот самый эпизод, о котором мы говорили с вами. Ну, вовремя, конечно, поднял предплечье Пакьяо, иначе не миновать бы ему беды после атаки справа. Да, вот и начались вот эти самые чемпионские раунды. Но, в принципе-то, надо отдавать себе отчет, что уровень подготовки, выносливости бойцов, особенно к этой схватке, он, конечно, не сравним ни с чем. Никто не устанет, никто не будет измотан. Моралес нет-нет, да пробует на прочность корпус противника. Но, в общем, поскольку он не делает это методично, то эффекта на, так сказать, выносливость Мэнни Пакьяо никакого не имеет. Единственное, что, может быть, он пытается, это заставить снять Пакьяо блок, которым прочно закрылся, опасаясь вот этого правого удара Моралеса. Видите, какой бодрый, какой живой Пакман, а?
Какой быстрый. Такое ощущение, что он только вышел на бой. Вот и капа там, по-моему, вылетела изо рта. Да, быстро, быстро. И все в защиту пока что. Защита Моралеса. Эрик попадает. Попадает справа. Да, попал здорово Моралес. Выбил капу изо рта. Моралес зачем-то встал в стойку левши. Успешно. Как видите, этот боец полон сюрпризов. Ну что там, довольны в углу в мексиканском? Как дела идут? Я бы на их месте был бы доволен. Никто не ожидал, что так все повернется. Мэнни крепко досталось. Как часто попадает этот правый удар в голову Мэнни Пакьяо? Надеюсь, судьи это замечают. Судейским стало. Стали. Я помню хорошо последний бой Мигеля Кота. Как быстренько сплавили его противник. Методично, не спеша, прицельно и расчетливо действует Моралес, без всякой суеты. Но все время держит противника под прицелом. А Мэнни немножко суетится, на мой взгляд. Но с другой стороны, он уже понял, что обмануть Моралеса очень сложно. Да, он попытался сделать то, что он умеет делать лучше всего. Быстрая, длинная атака издали. И Моралес, видите, наказывает его за это. Наказывает все жестче и жестче. То, чего добивался мексиканец. С самого начала сбить Пакьяо со стартовой позиции, он методично, постепенно, но это сделал. Напоминаю, Мэнни может ударить на последней секунде последнего раунда. Нужно быть внимательным, предельно внимательным.
Ну вот как раз в чем нельзя было упрекнуть Эрика Моралеса, так это не во внимании, как бы это сказать получше. Он никогда не был невнимательным. Вот это умение сохранять нацеленность, концентрацию до последних секунд боя сделало его великим боксером. Хороший раунд. Очень хороший раунд, которым превосходство мексиканцев сказалось, по-моему, в полной мере. Хочу вас предупредить, друзья, что, в общем, я не собираюсь предрекать судейское решение, но мне кажется, что Пакьяо далеко не тот великий Пакман, которым он был в бою против Барреры и Маркеса. Эпизоды иногда выглядят просто как односторонний бой. Да, Мэнни собирался предложить Моралесу войну. Моралес предложил ему в ответ шахматную партию. Напоминаю, вы видите лучших боксеров мира в этой весовой категории. Эрик Моралес в белых трусах. И Мэнни Пакьяо, сенсация прошлых лет, победитель великого Марко Антонио Барреры, который, кстати, выигрывал у Эрика Моралеса. Вот кто сейчас на ринге. И идет финал этого боя. Да, Моралес внушил большие сомнения своему противнику. Потерял он уверенность Мэнни. На встречных курсах заканчивается бой. Эрик совершенно не опасается, что бой может повернуться внезапно. Перед ним нокаутер. Ну и он сам, в общем-то, владеет сильным ударом. Это оружие он применял не раз. Похоже, скользят ноги у Моралеса. Посмотрите, публика вскакивает. Последние секунды последнего раунда. Что творится в зале? Этот раунд идет под овацию. Все, последние секунды. Вот это бой. Вот это был бой. И как жаль, что он кончился именно так, оставив результат в руках судей.
Я бы хотел сейчас повидать лица вот этих предсказателей, которые уверяли, что Эрик Моралес не доживет до 8-го раунда. Пожалуй, 90% всех ударов Пакьяо попало в воздух, в пустоту. В мире. Итак, судейское решение. Дэйв Моретти и Чак Джампа all have the same score. 115-113. Да и правильно. Ни один мускул не дрогнул на его индейском лице.